Так, ребят, всем привет! Вы на канале Влог Катя Важенина. Подписываемся на мой канал, ставим лайки и смотрим видео. А дальше мы его обсудим под комментариями. Ребята, нужна ваша активность. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручку, пальчик и поставим лайк и напишем комментарий. Так, я вам хочу сегодня сделать обзор своего жилья за 8000 бат в месяц. Отдельно оплачиваются счета, но пока я не могу сказать, сколько они стоят, так как, ну, я еще не прожила месяц, да, поэтому, ну, узнаем это в конце месяца, в следующем месяце. Вот, сейчас я вам покажу свою комнату, это студия, и позже пройдемся по территории, покажу обзор территории. Сразу попрошу вас быть более лояльными к моему беспорядку, у меня творческий беспорядок. Короче, не подготовилась я, не убралась специально. Ну, у меня не всегда так, а просто сегодня у меня... Ну, сегодня у меня так. О, блин, какое у меня лицо полненькое тут. Полненькое тут. Может, его... А, нет. Просто полненькое. В общем, переключаем камеру и смотрим. Ну, начнем так. Тут у меня рабочие процессы, лампы. А, что мне еще понравилось в этой квартире, что здесь есть утюг. Гладильная доска, да? Убираем крабик, взяла вот этот массажерный ролик у меня. Затем ванная комната достаточно очень приличная. Так, тут у меня тоже, короче, сегодня надо будет устроить надо будет уборочку. Времени все некогда, работаю, девочки, работаю. Душевая кабина тоже огромная, ну не огромная, прям таки огромная, но не маленькая, то есть вот такой санузел. Или клининг сказать, не париться. Вот. Заходим, да, сразу у нас идет холодильник. Холодильник большой. Опять-таки для тайских квартир, особенно в студии, холодильник обычно маленький. У меня он большой. Чайник, микроволновка. Идут шкафчики, да, то есть шкафчики вместительные. У меня вот, ну, также и в России у меня было многие, да, еще этот рубильник внутри квартиры. То есть полочки огромные. Идет здесь раковина и плитка на две конфорки. Также идет здесь тоже, да. Потом огромный ящичек для ложек-вилок. Это тоже все было в квартире. Что не надо ничего покупать. Здесь идет посуда, кастрюлька, сковорода, да, сотейник даже есть. Терочка, вот полочка наверху под всякие штуки, там чай, кофе, масло. Ну, опять-таки, вот мне нравится, что есть посуда, салатницы под фрукты, тарелка. Надо, кстати, будет фрукты потом купить, поставить. И здесь идет тоже посуда, тоже миска, я так думаю, для овощей, да, там мыть что-то делать, суповые тарелки, обеденные тарелки, бокалы под вино, что нам еще надо, да, для алкостримов, для сока, для воды, для виски. Также вот стол идет тоже, вот, собираюсь убираться, поняли? Вот, ну и идет стул, два стула. Сейчас вам объясню, что мне нравится в этой квартире. Несмотря на то, что она маленькая, здесь очень компактно все расположено. Смотрите, да, как бы, ну, телевизор не маленький, зона. Обращаем внимание еще, да, вот как декорировано все. То есть, ну, визуально все раззонировано, да, вот кухня, обеденная зона, да, она же у меня переросла в рабочую почему-то. А здесь идет подвесной, что тоже визуально экономит пространство, подвесная тумба, тоже два... Подвесная тумба, да, два ящика больших. Здесь мне нравится, да, смотрите, как здесь сделан этот уголок. Вот особенно, да, может быть, кто-то себе возьмет, собирается делать ремонт на вооружение, да, у кого маленькая квартирка, гостинка, как можно вот раззонировать, открыть пространство, убрать все перегородки, вот, и просто с помощью там каких-то вот таких вот косметических вещей раззонировать все. Что здесь вот сидишь, работаешь, а это как, ну, косметический столик, да, полочки везде, здесь полочка, вот здесь, да, тоже можно использовать под, ну, как полочку. Огромная, ой, прикиньте, да, девочка, это я просыпаюсь утром
и свет, все залито светом, особенно в первой половине дня солнце у меня, и после обеда солнце заходит, ну, прячется, не такое яркое, вот, и царица этого всего дела, конечно же, кровать. Мне тоже нравится, как она розонирована, да, то есть все в современном стиле. А я тут свою гирляндочку повесила для романтика. Кто ж себе сам, кто ж как не я, да, себе устроил романтик. Ну, в общем, как бы эту гирлянду я ее притащила из России с собой. Она декорация у меня для стримов ТикТок. Но, тем не менее, вот как бы я нашла ей применение и здесь. А, шторки, да, блокаут. Если вдруг кто скажет там, да, ну и нафиг, я там хочу в отпуске утром спать. И тут солнце заливает. Мне наоборот, знаете, вот солнца не хватает. Я люблю солнце. Мне нравится, знаете, просыпаться и чтобы прям вот, ну, с солнцем. А если я буду просыпаться и завешивать шторы, вот эти блокауты, да, непроницаемые солнцем, солнце непроницаемое, то я так и просплю до обеда. А у меня задача заново научиться вставать утром. Хорошие привычки приобретаются долго, а теряются очень быстро, да, знаем. И вот этот шкаф тоже сейчас я вам покажу. Вещей у меня мало, как бы скрывать не особо нечего. Вот мы открываем. А здесь у нас дополнительное постельное белье. А тоже знаете, да, что в Таиланде как бы нету такого, короче, неснимаемые пододеяльники, в общем, видите, они как прошиты. То есть вместе с одеялом надо стирать. Но, с другой стороны, это гигиенично. Внизу он у меня там обувь моя. Тоже тут вешалочки. И вверху полка тоже, да, можно распределить. Затем здесь тоже открываем двухстворчатый шкаф. Маленько беспорядка. Тоже, вот видите, тоже маленькие ящички под всякую мелочь, да, там под трусики, под купальнички, под топики. И надо будет еще, короче, купить эти вешалки тут подразвесить. И вверху тоже. Ну, я сюда закинула куртку, она у меня так валяется, пока надо будет, короче, разобрать все, девочки, разобрать и красоту навести. Вот. Ну, вот такое у меня жилье здесь. Давайте свет выключим, чтобы почем зря не набегало. Ай, кондер. А, да, вот, кстати, кондиционер. Еще в этой квартире у меня потолочный кондиционер. Я не знаю, сколько он намотает. Как бы это, но надо быть аккуратнее. Тут все зависит от того, что чистит кондер, насколько часто его чистит, так он и мотает. Ну, охлаждает нормально. Я не кручу весь день кондиционер. Я его так на пару часиков включаю, выключаю. И сам балкон. То есть на балконе у нас тоже были, есть сушилка, корзина для белья, совок, веник, пляжный лежак, да. И также здесь вот столик и два стула. Тут у меня еще чемодан. И вот такой вид у меня с балкона, такой вид. Ну, два стула еще, да, видели. И такой вид. Вид у меня идет на лес, на поле, да, не знаю. Тут у меня, видите, лесополоса такая. И здесь живут птицы у меня прикольные. Прикольные, потому что они кричат так интересно утром особенно. Вот знаете, с часов 6, с 5 утра начинают прям между собой перекликаться. В общем, ну, утро на самом деле здесь классное получается, просыпаешься. Вот территория с этой стороны, да, так вот выглядит. Дальше там, сразу говорю, стройка мне не мешает, ничего там не грохочет. Звукоизоляция балкона достаточно нормальная. Я не скажу, что... То есть дома, находясь в закрытой двери, я не слышу там, что какие-то моторы, они особо не стучат, не гремят, не знаю, как дальше будет. Но, тем не менее, меня это не смущает, говорю сразу. И здесь вот у нас мы видим, да, засеяно поле. То есть вырастет, будут плантации, не знаю, чего там, что там засеяно. Вот. Там вот у нас по ту сторону типразит, в той стороне у нас земтен. Вот, ну погнали на территорию, покажу вам территорию, заодно сходим в магазин. Представляете, я не снимала, я вам показывала, что тут с помощью всего, ну, с помощью ключа и в лифте ты не поднимешься и не спустишься без ключа. Внизу вот до сих пор стоят еще дезинфекционные штуки. Не надо ничего, это ногой так чинь, она это... Информационная доска. Так, сейчас вам покажу. Это вот лестница, да? Я чаще всего хожу по лестнице. Я не
Я не, я пользуюсь часто лифтом. И также у нас здесь мусорное ведро. То есть не надо никуда ходить. Здесь у нас еще один выход. Также мы нажимаем на кнопочку и выходим. Еще классно, что здесь идут туалеты, да, на первом этаже. Кто вот на бассейне тусуется часто. Вот, короче, в каждом билдинге. И здесь вот, видите, у нас почтовые ящики. Кстати, видите, как вот посылки, кто с Алиэкспресса заказывает, с Лазады, вот просто кидают. Вчера она, кстати, здесь валялась, ее до сих пор там никто и не забрал. Ну и все, сейчас покажу вам территорию. Вот начало бассейна, территория оформлена красиво. Бассейн здесь заслуживает внимания, он действительно очень хороший. Он не глубокий, не маленький. Территория красивая. И еще плюс этого бассейна, что там отдельно детский бассейн. Что для детей есть свой бассейн, все. То есть они здесь не мешаются, не визжат, не визжат, не пищат. А у них вот свой бассейн, они там тусуются. А также есть горка. Но горка, кстати, она и для взрослых тоже. То есть тут можно спокойно, видите, хорошая прям такая, не игрушечная, как во многих есть, знаете, такие чисто номинальные. Тут нет, тут она прям такая, видите, ну, как в аквапарке. Такой оазис, видите, вон дети тусят. Здесь у нас еще, кстати, пловцы тренируются, и бассейн, сразу так вот говорю, там не будем проходить, вот так вот по кругу, то есть вот эти мостики, да, так по кругу. Там вот меньше бассейн. О, там еще курить, зона была для курения. Вот, идем. Да, вот видите, вот получается. Но она не маленькая, да, или как вы считаете? Ну, хочу вам побольше ваших комментариев. Что-то вот маленько, честно говоря, расстроили меня вчера. Признаюсь вам. Не испытала я восторженных чувств от количества комментариев. Украшают уже люди, видите, цветочками свое жилье. То, как может. Что может. Ой, так. Ну и вот так она здесь заканчивается. И с той стороны тоже. С той стороны билдинги. И там же бассейн продолжается. Здесь зона парковки. Сейчас вам зайдем еще покажем. Здесь у нас есть сауна и спортзал. Не знаю, насколько батарейки хватит. Ну, самое главное показала. О, заходишь. На улице, мне кажется, градусов 40. Так. Здесь у нас, видите, есть мини-библиотека, пожалуйста, читайте. А здесь офис. Оплачиваем счета, да, все дела. И зона. Может человек посидеть, поработать. Я так понимаю, что тут бесплатный Wi-Fi халявный, поэтому сюда все ходит. А вот план этого дома. Миниатюрки, он в тенис играет. Так, ну давайте начну вам сауну покажу. Да, тут, короче, из-за халявного Wi-Fi тусуется. Спускаемся вниз. Можно поиграть в теннис. И проходим. Отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Вот. Заходим. Вот здесь хамам у нас. Здесь у нас. Включается. И вот там женщина греется, не буду показывать. Парилка классная, прям, ну, парит хорошо. Греет очень хорошо. И здесь также вот, ну, правда, маловато, да, могли бы они, так вот, большой компании не придешь. То есть, ну, здесь как-то могли они, ну, продумать в этом плане, да, чтобы несколько кресел, диван, если там пришли разные компании. И шкафчики какие-то сделали для вещей. Хотя есть в спортзале шкафчики. И здесь у нас сухая сауна, вот таким образом она включается. Вот таким образом она включается, да, вот свет нам включаем, и она нагревается. Но нам она не нужна, мы выключаем. По такому же принципу включается и хамам. Здесь у нас душевая. Да, тоже включатели-выключатели.
зона помыть ручки. Что-то я так встала, такая рука толстая была. Я не такая толстая, ребят. Я не такая толстая. Здесь у нас зона помыть ручки, все дела. И также здесь туалеты. Все, да? Мы здесь посмотрели. А, свет не выключили. Оставили свет, лайт выключить. Вот, и на втором этаже. Так, ну и также есть здесь скрытые парковки. От парковки насаждениями с зеленой стеной. Очень много насаждений, то есть достаточно зеленая комната, да, вот видите, вон там, это тоже с той стороны бассейн. Поняли? Это с двух сторон. А, мы на второй этаж с вами не сходили, да, девки? Ну ладно, уже потом. Напишите в комментариях, показывает вам спортзал или нет. Не зашли мы с вами туда. Видите, вот на втором этаже идут по периметру тренажеры. Ну, по большей части там... Ладно, потом зайдем. Если будет активность в комментариях, покажу вам и спортзал. Если не будете писать, вообще не буду снимать. Я вас буду шантажировать. Вот. Здесь у нас такой фонтанчик. Классно, да? Территория не маленькая. То есть и подземные парковки. То есть обычно, знаете, вот здесь ставят машину только в том случае, если ты там, ну, приехал, тебе надо быстро выехать, и то, знаете, лучше не ставить, потому что машина нагревается. В этом плане, конечно, это лучше загонять на скрытую парковку, так как на улице, ну, жара неимоверная, прям очень жарко, девочки, очень-очень. Также видите пост охраны, КП, причем двойное КП. Три человека на входе, и здесь вот для пешеходов тоже. А, ну там, видимо, кто-то отсюда. В общем, там по два человека, здесь человек сидит, это точно. Люди охраняют. Хай! Вот, вот и все. Всем хорошего настроения. Жду активности под этим видео. Пишем, что так, что не так. Ну и рядом с домом все. Выходишь, все рядом с домом, рядом с рядом с Жантеном. Здесь вот это типа тысячи мелочей. Поняли? Также вот там вот кафе 7-Eleven. Тут Family Mart, дальше там еще маркеты везде. Тут же кафешки рядом, видите? Разные, на разные вкусы. Прачечная, массажка, парикмахерская, аптека, магазинчики. Здесь кафе, фрукты, тоже кафе. 7-Eleven, где куча еды, также можно взять. И Family Mart тоже. И там дальше, вот видите, тоже вон кафешки. Давайте, девчонки, пишем в комментариях, кто что хотел бы посмотреть здесь. Заявки кидаю. Кто бы что, кого что интересует. Все, всем пока, всех целую. Все, купили мы, что нам надо. Вообще никак я от вас сегодня не отстану. Сейчас посмотрим, если зарядки и места памяти в телефоне хватит. Сейчас на обратном пути зайдем. Покажу я вам спортзал. Ну, он как бы слабенький, конечно, для спортзала, но так, знаете, это для основных каких-то таких занятий. Но для профессиональных спортсменов, конечно, этот спортзал будет слабоват. Но мы же с вами не они. Непрофессиональный спортсмен. Ну вот, зарядки нам вроде хватило, и места в телефоне тоже. Места в телефоне. Сейчас быстренько вам. Ну, сильно акценты делать не буду, так как люди занимаются. Просто общий план. Видим кабинки, да? По эту сторону тренажеры и по эту сторону тренажеры. Тренажеры, я говорю, из тренажеров здесь. Ну, такое.
По кардио то сильно не позанимаюсь. Я говорю, для профессиональных спортсменов этот зал будет слабоват. Тут и с видом занимаетесь. Здесь идут. А, забыла показать. Тут тоже вот для мальчиков туалет. И для девочек. Заходите, какая красота. Надо домой тоже купить вот эти декорации. То совсем. В общем, так. И вот. В общем, бегаешь на дорожке. И любуешься, как остальные плавают. Видите, какая у нас красота. В самих станках я не разбираюсь, но нормальные. Ну, также есть обручи, коврики, кто там хочет йогой позаниматься. Ну все, вроде все показала.